Время бизнес-новостей на канале «Кубань-24». Здравствуйте. Прямо сейчас расскажу, кого накажут за зарплаты в конвертах и когда Кубань погасит долги по госконтрактам. Дождитесь. Спонсор программы – краснодарский филиал общества с ограниченной ответственностью – компания БКС. Жилье в центре Краснодара подорожает. В городе планируют застроить 342 квартала, и это не окончательная цифра. Городские власти контролируют высотную застройку в историческом центре города и вносят изменения в слишком амбициозные проекты. Из-за этого и вырастет цена. Никто со своих 5 соток, 10 соток, 15 соток максимум выжимать в плане этажности не будет. Аргументы строителей в плане того, вот вы сейчас снижаете этажность центральной части города, у нас растет себестоимость, само собой будет расти цена для потребителя. Да, как бизнесменов я их понимаю. А кто сказал, что в центре города должна быть низкая цена? Если ограничения введут оперативно, цена на жилье в центре Краснодара может вырасти на 20% в ближайшие 1,5 года. По данным застройщиков, новый курс властей вдвое сократит объем возведенных в центре города квадратных метров. Сократить расходы на здравоохранение в крае можно. Достаточно вычислить тех, кто не платит налоги, но пользуется бесплатными медицинскими услугами. Считать неофициальных работников в крае будет специальная комиссия. В ее составе смогут работать главы районов, представители фонда обязательного медицинского страхования и налоговые миграционные службы. Из 5 миллионов 276 тысяч человек, застрахованных по линии ОМС, 63% или 3 миллиона 305 тысяч человек – это неработающие люди. Конечно, сюда входят социальные группы – это дети, инвалиды, пенсионеры, студенты. Вместе с тем, 620 тысяч человек – это неработающие граждане трудоспособного возраста. И только 11 тысяч из них стоят на учете. Остальные 608 – это в основном те люди, которые наверняка работают, но официально зарплату не получают и, соответственно, не платят налоги. И платить за них сегодня приходится краевому бюджету, поскольку лечить, как вы знаете, мы всех обязаны бесплатно. И речь ни много ни мало идет о 4 миллиардах рублей в год. В некоторых районах края до 70% владельцев полисов ОМС трудоустроены неофициально. Это Курганинский, Апшеронский, Белореченский, Отрадненский районы. За 10 месяцев краевые власти выявили более 150 тысяч формально безработных. Они получают зарплату в конвертах. В Краснодарском крае могут не только ужесточить наказание для бизнеса за серые зарплаты, но и разработать штрафы для граждан. Объем госзакупок в 2015 году почти равен сумме федерального бюджета России. Это 25 триллионов рублей. Такие данные озвучила Счетная палата. Однако многие муниципалитеты не выполнили свои обязательства перед предприятиями, а те, в свою очередь, не заплатили налоги. Недоимка в консолидированный бюджет Кубани по налоговым доходам почти 10 миллиардов рублей. Плачевная ситуация возникла из-за авантюрной бюджетной политики муниципалитетов. Планировались в бюджете доходы, которые заведомо были недостоверны. То есть надували, что называется, доходы бюджета, под них принимались расходные обязательства, заключались контракты, и затем эти контракты, там, как кредиторская задолженность, накапливалась. У нас тоже будет кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2016 года. Прежде всего, потому что мы сейчас серьезно по сбору налогу на прибыль просели. И в основном как раз за счет того, что наши крупные компании нефтегазовые, там нам на треть снизили поступление налога на прибыль участники так называемой консолидированной группы налогоплательщиков. Точная сумма недоимки в бюджет будет известна только в январе следующего года. Вице-губернатор отметил, что в казне нет средств на оперативную помощь муниципалитетам. Но свои долги перед предприятиями край погасит уже в первом квартале 2016 года, в том числе за счет профицитных средств. Равновесия на рынке валют по-прежнему нет. Доллар за сутки сбросил 14 копеек и стоит теперь 71 рубль 12 копеек. Евро почти столько же прибавил. Новый курс – 77 рублей 61 копейка. Такими были самые интересные деловые факты к данной минуте. До свидания. Вот уже 20 лет компания БКС помогает своим клиентам осуществлять мечты. БКС сегодня – это большая, стабильная корпорация, которая работает по всему миру. Все наши сотрудники – профессионалы своего дела, поэтому мы неоднократно удостаивались самых престижных премий.